10 лет назад началась история ЛР в России. За это время бизнес, который уже много лет успешно развивался в Германии и Европе, доказал свою привлекательность и результативность в новых для себя российских условиях. Мы построили сильную команду, создали основу для роста и сегодня более чем удваиваем наш бизнес каждые 2 года. Давайте вернемся на 10 лет назад. Как все начиналось? LR Health and Beauty – компания прямых продаж из Германии, производитель продуктов для хорошего самочувствия и красоты, эксперт в алоэ вера и антивозрастном уходе, открывает свой офис на крупнейшем рынке Евразии – в России. Десять лет назад была четкая конкретная цель. Мы запускаем компанию в России. Это огромная ответственность, огромный опыт. Тогда у нас была одна цель ключевая. Первая – достойно представить компанию на рынке, запустить, обеспечить ее рост. Это был больше, как я сказал, вызов. И вызов прежде всего для себя. То, с чего мы в 2010 году стартовали, 4 человека. Это генеральный директор, я, директор по развитию регионов и главный бухгалтер. Немецкие коллеги там провели огромную работу для того, чтобы изучить рынок, его потенциал, подготовить. Дальше началось самое интересное. После регистрации компании в 2010 году, соответственно, вот этой небольшой командой начали выстраивать вот это вот все там с нуля. Как любой стартап, ты заходишь на рынок и не понимаешь, будет ли быстрый взлет, медленный взлет. Понятно, изучив рынок, все понимали, что в России большой потенциал и большое будущее, и что, конечно же, будут продажи. А все показатели, и экономические, и ситуация в стране, говорили о том, что сейчас самое время заходить. Когда я сюда пришла, я поняла, что насколько здесь работает молодой коллектив, очень мотивированный на результат. Причем мотивированы не финансово, а внутри, желанием расти, чего-то достичь, что-то изменить. Постоянно перед тобой стоят какие-то новые задачи, которые требуют применения совершенно разных качеств, не только финансовых и математических, но вообще всевозможных. Я пришел в ЛР, чтобы создать стабильный бизнес и для того, чтобы его передать по наследству своим детям. Чтобы дать лучшую жизнь своей семье. Чтобы дать возможность своим детям видеть маму каждый день. Получить Мерседес и пользоваться продуктом. Чтобы заработать и быть здоровой. Не было какого-то понимания, было только чутье внутреннее, что это то самое, где действительно можно поменять свою жизнь. Я не могла реально представить и поверить, что все, что я хотела, это возможность развиваться постоянно, иметь свободу, неограниченный доход, путешествовать, помогать людям, иметь классный продукт. Я не знала, что это будет сетевой, потому что у меня было представление, что это беготня с каталогами, что это продажи. Были очень простые аргументы, что это компания номер один на рынке Европы, она сейчас заходит на рынок России, и рано или поздно она здесь тоже станет номер один. Я просто написала в социальных сетях ВКонтакте девушке, незнакомой мне. Она на тот момент тоже была мамой 2 деток, и младшему было примерно как моему тогда. То есть я находилась уже в декрете, и я думаю, у нее такая активная жизнь, она ездит на Мерседесе и путешествует. И я подумала, как круто, я тоже так хочу. Я знала, да, что мама принимает продукцию, и на тот момент я говорила, куда ты деньги тратишь? Она мне стояла бутылкой питьевого геля, махала прямо перед лицом и говорила, да мне реально помогает. Потом я стала замечать, что мама меняется, лет на 15 помолодела, по здоровью себя лучше стала чувствовать. Тогда она меня заинтересовала тем, то, что она сказала, вот моя знакомая, которая ее познакомила с компанией, получает уже 90 тысяч. Съездила в Москву, съездила в Таиланд, ездит на машине. И я такая подумала, а чем я хуже? Я пользовалась продуктом LR и даже не думала построить бизнес LR, и даже он не верил мне, люди не верили. Я стала матч-менеджером Марти, тогда он немножко верил. Первый раз, когда покупали продукцию, да, мы покупали для своего сына. Видя результат, она посоветовала сестре, знакомым, регистрировали людей, но в личный кабинет не заходили. А потом, когда она увидела, да, что у нее уже 4000 баллов есть, а почему не 8? Если 8 могу, смогу и 12. И да, я тоже чуть-чуть уже начал верить и старался помогать. У нас пришло
большое количество предпринимателей из традиционного бизнеса. К нам стали приходить менеджеры, топ-менеджеры различных корпоративных компаний, которые устали круглые сутки работать на кого-то и захотели работать на себя. То есть образовалась такая, с одной стороны, группа предпринимателей, с другой стороны, группа инициативных людей, которая за собой стала вести тех людей, которые никогда не занимались бизнесом. Я понимал, что мы строим что-то очень большое, мы сейчас начинаем большой проект, а в этом вопросе сложности неизбежны. И я вижу, что здесь собираются очень интересные люди, которые хотят большего от своей жизни. Все эти 10 лет мы в ЛР неустанно трудились, чтобы создать надежный фундамент для развития бизнеса. Ожидания были амбициозные, но реальный рост бизнеса превзошел их многократно. Компания LR работает в сегменте хорошего самочувствия. А это тот сегмент, который будет расти, тот сегмент, который будет развиваться, тот сегмент, который мне лично близок, интересен. В России у компании огромный потенциал, совершенно точно. Это понимают все, это понимаем мы, это понимают в штаб-квартире. От месяца к месяцу наших партнеров, которые закрывают квалификации, стало больше, больше, больше и больше. И сегодня можем гордиться тем, что в 2021 году у нас максимальное количество партнеров, которые закрывают квалификации, которые выполняют важные условия карьерных уровней, которые есть у нас в компании, которые получают достойные деньги и растут вместе с компанией. Руководство в Германии, мы ставили для себя цели, очень амбициозные цели, но тот рост, который мы увидели в течение года, двух после запуска, он превзошел вообще все самые смелые ожидания. Рост был на 1000%. Мы зашли, и бизнес начал развиваться так, как никто не ожидал. Как ракета взлетел бизнес. LR очень сильно инвестирует в партнера и дает огромные возможности для тех людей, кто хочет строить бизнес внутри нашей компании. Спустя годы мы начали активно работать над внедрением определенных механизмов, инструментов, которые помогают к этому двигаться. Самый важный из них, наверное, это система обучения. И здесь надо отдать должное, опять же, нашим партнерам, немецким партнерам, которые в момент старта бизнеса в России оказали огромную поддержку. У нас прекрасные лекторы, все достаточно именитые, есть и академики, и доктора наук, и кандидаты наук, которые очень хорошо проводят обучение, доводят вот знания о продуктах до сознания каждого партнера. И это очень важно, потому что дальше продвигать можно продукт только тогда, когда ты очень хорошо знаешь этот продукт. Мы внедрили автопрограмму, я напрямую была задействована в этом процессе. Это было очень сложно. Я вообще не знаю другой компании в России, в которой есть такая автопрограмма. Была хорошая комбинация маркетингового плана, который сейчас является уникальным на рынке. А в тот момент этого предложения, когда за определенные квалификации можно было получить машину, и востребованность в регионах, вот в этом автопарке у людей была очень большой. У нас в семье не было автомобиля, все на себе, на своих хрупких плечах. Я помню, как мне было некомфортно и как хотелось ездить за рулем автомобиля. На первом бизнес-дне, куда я попал, я увидел своего партнера Андрея Веденева, который получал первый автомобиль вообще в России и на территории СНГ. Для меня это была не просто первая машина в ЛР, это вообще первая моя машина в жизни в принципе. Он поднял ключ, когда ему вручили ключ от автомобиля и сказал, они настоящие. Когда мы ехали там от центра продаж, то есть от автосалона, там центра продаж, потом до дома, я приехал весь мокрый. Я понял, что да, все, машины настоящие, можно про это рассказывать партнерам, потому что я сам это прошел. Делая оборот всего лишь 500 000 рублей вместе со своей командой, партнер LR может получить автомобиль бесплатное пользование. То, чтобы получить автомобиль, партнеру не нужно делать инвестиции. А партнер получает ключи от автомобиля и пользуется им постоянно, круглосуточно, и за него совершенно ничего не платит. Этот автомобиль полностью обслуживается компанией, нет никаких рисков, есть страховка, она все покрывает. Поэтому в этом плане наше приложение на самом деле уникально. В команде более 1000 автомобилей уже получено. И вот каждый раз, каждое получение автомобиля – это праздник. И это новый рывок в карьере, это видимый результат работы. Я с детства мечтала получить свой Мерседес. Новый автомобиль. У нас не было никогда новых автомобилей. Дети мои радовались, муж радовался. И это открыло определенные новые возможности нашей семьи. Для меня, простого мальчишки, который родился в Узбекистане, в семье которого никогда не было автомобилей, это был какой-то уникальный момент. Я до последнего, до подписания, пока нам номера не выдали, до последней минуты не верил, да.
мы ехали домой, и вот она потом мне дороги. А вот я говорил, что не будет машины, ты не верил, что нам ее дадут. И вот так уже, да, уже поверил. Как не поверить, если уже она у меня дома стоит. Наибольшее влияние, скажем так, на рост, вызвавший действительно такой ажиотаж среди партнеров, это новая программа Fast Track. Программа Fast Track уникальна. И уникальна тем, что в компаниях с сетевой бизнес-моделью доход партнера всегда зависит от объема, который выполнила структура, которая находится в твоем управлении, которая находится под твоим контролем. И эта цифра может колебаться от месяца к месяцу, зависит от того, как сработала организация. У нас в компании есть парашют, страховка, которая говорит, что если ты выполнил минимальные условия для квалификации и в момент, когда ты присоединился к компании, сделал быстро первые шаги, успел войти в программу Fast Track, то ты можешь получать гарантированную сумму вознаграждения. Партнеры, да, начали зарабатывать 2-3 раза больше, и в целом мы очень круто выделяемся и отстраиваемся от конкурентов. Когда мы зашли сами на Fast Track, у нас пошел просто скачок квантовый в росте команды. Fast Track привел развитие моего бизнеса на абсолютно другой уровень. За эти годы мы вместе создали сильную команду профессионалов, вывели на рынок инновационные продукты для красоты и хорошего самочувствия, научились преодолевать сложности и управлять ростом. Я из простой семьи, совершенно не занималась таким родом деятельности, и предпринимательской жилки у меня и не было. Но я же смогла преуспеть, и я показываю этот путь и другим людям. Я понимала, что это профессия, которой мне нужно научиться. Для этого нужно, естественно, время, потому что я, ну, двух слов связать не могла, я не знала, как звонить, что говорить, читала по бумажке этот шаблон, дрожащим голосом проводила встречи. Я понимала, что просто нужно время, да, для того, чтобы научиться этому бизнесу. И я смотрела на ребят, которые уже зарабатывали здесь хорошие деньги, и я понимала, что, ну, они ничем как бы не лучше, да, и я всему научусь. Впервые в республике никто не знал о продукции. Так было тяжело. Я всегда им рассказываю, там, интернет показываю, маркетинг, все есть в интернете, посмотрите, пожалуйста. Нас никто не поддержал. Все над нами посмеялись, сказали, что мы занялись ерундой. И мы, ну, конечно, не стали, да, там сильно расстраиваться, и мы стали осваивать социальные сети, искать потенциальных партнеров в свою команду именно там. Потом уже отзывы пошли живые, там уже легче было, намного легче было работать. Правильно задавать себе вопросы, это мне помогало. Например, а если не ЛР, то что? Когда пришли люди, когда я вообще посмотрела в сторону людей, а не в сторону своих мечт. Да, у меня была такая переоценка этого бизнеса. И что главное в этом бизнесе не моя мечта, не мои цели, а люди, которым я смогу помочь осуществить их мечты. Вот с этого момента, спустя 6 лет, у меня начал этот бизнес получаться. Сделано в Германии то, что мы в ЛР говорим очень часто. Это не просто слова, это действительно очень серьезное заявление, потому что за этим стоят инновации, стоит ответственность за качество, стоит актуальный, интересный продукт, который постоянно развивается. Здесь очень много таких продуктов, о которых можно говорить захлеб. Это сейчас нам кажется, что вот гели, алои питьевые были всегда в компании. А на самом деле это не так. То есть, когда мы начинали в России, питьевых гелей, алои не было. И мы все ждали, когда, собственно, из Германии их нам лицензируют и привезут. И вот на моей памяти как раз именно запуск питьевых гелей, алои оказал самое большое влияние на бизнес, наоборот. Это как раз вот тот продукт, который многие ждали и хотели купить. Из новых продуктов мне очень откликнулся эликсир 5 в одном. Мне стало легче, я стала более гибкая, моя кожа стала более живая, увлажненная, и муж мой даже сделал мне комплимент, что я действительно стала гораздо лучше выглядеть. Сейчас я вообще не представляю жизни без питьевых гелей, про баланс и вообще всей продукции для здоровья. ЛР сегодня – это международная компания с многолетней историей. Собственное высокотехнологичное производство, центр исследований и разработок, успешный бизнес в 28 странах мира. Как нам это удается? Мы немецкая компания. Это задает высокую планку для качества всего того, что компания делает, ее надежности и, более того, долгосрочности тех планов, которые стоят на рынке. Для меня важная ценность в этой компании – это люди. Потому что это бизнес с человеческим лицом.
Люди двигают любой бизнес вперед. Но сетевой бизнес или бизнес в канале прямых продаж – это бизнес, где человек стоит в центре. Каждый, с кем ты работаешь в команде, заинтересован в том, чтобы ты был успешен. Когда у тебя возникают вопросы, проблемы, когда тебе требуется помощь, ты можешь достаточно быстро ее получить. Сетевой маркетинг – это единственный вид бизнеса, в котором человек может получить и свободу, и при этом неограниченный доход. От кровати до работы там 10 метров пройти надо. Это очень, конечно, круто. Для бизнеса нужен, по сути, только компьютер и интернет. И это позволяет нам строить бизнес из любой страны. Например, мы много лет подряд на зиму уезжаем в Таиланд и несколько месяцев живем там, строим бизнес с берега моря. Сейчас я понимаю, что сетевой – это очень большой такой институт, школа для личностного роста, потому что если сравнить, какие мы пришли в компанию LR и какие мы сейчас, это, ну, есть большая, очень большая разница в этом. Для нас партнер – это наш клиент. Он во главе угла. И это не просто слова, а мы как раз простраиваем все, чтобы партнерам было легко строить свой бизнес. У меня было несколько бизнесов. В сравнении с ними, я еще раз утверждаю, что это самый лучший бизнес на сегодняшний день. Потому что здесь нету многих таких моментов, которые есть в традиционном бизнесе. Аренда помещения, набор сотрудников, сертификация, растаможка товара и так далее и тому подобное. Все это нам предоставляет компания LR. Все эти проблемы эта индустрия берет на себя. Компания LR – это не бизнес-компания. Это наш совместный бизнес с тысячами, с десятками тысяч людей, которые добиваются своих целей, решают свои задачи, реализуют свои мечты в партнерстве с компанией LR. Когда ты наблюдаешь, как люди трансформируются действительно, да, ты переживаешь с ними, ну, разные моменты, но когда ты видишь... И в нашей компании таких примеров очень много. Истории преодоления, преображения. Ты просто удивляешься, и когда ты чувствуешь, что ты к этому хоть как-то причастен, то это, конечно же, очень дорогого стоит. Я из простой семьи, да, ничего не было, ни автомобилей, ни собственного жилья. Моя мама все время по военным городкам, по баракам ездила по России. Это все мне вот здесь вот как-то оседало, и мне как-то хотелось изменить это и помочь маме. И в первый же свой хороший такой годовой бонус я приобрела для мамы квартиру в Москве с видом на озеро, на лес, как она хотела. Как-то, будучи студенткой, она просто подшутила надо мной на вопрос, что тебе подарить на день рождения, она сказала: у меня все есть. Ну, только если квартиру в Москве с видом на озеро и лес. У меня ничего не было, я была просто студентка, да. Ну, она просто пошутила, но на меня это произвело такое впечатление, что я подумала, я обязательно тебе подарю. LR поменял жизнь мою вообще просто кардинально, то есть от девочки, живущей на съемной однушке, да, и экономившей просто на всем, до очень успешного предпринимателя с доходом около 2 миллионов рублей в месяц. Мы даем людям шанс, и особенно женщинам, которым часто трудно совмещать воспитание детей и работу, и они бы хотели заниматься и детьми, и работой, но не знают, как это сделать. Благодаря сетевому бизнесу они находят баланс. Мне не нужно ходить каждый день на работу, в офис, там с утра до вечера. Я вижу своего ребенка, развиваю бизнес. Помимо того, что мы обрели свободу по времени, свободу по финансам, нас это объединило. Очень сильно мы стали больше общаться в семье, появилась замечательная возможность общаться с единомышленниками. Наша компания нам прежде всего дала стабильность, уверенность в завтрашнем дне. За 10 лет в LR, первое, я очень выросла, ну, саморазвитие, да. Второе, это, конечно, заработок. У меня 4 автомобиля, у меня 2 квартиры, мы переехали жить в другой город, в конце концов я... замуж вышла благодаря компании LR. Сейчас я учусь в Московском университете, о котором я долгие годы даже и не мог мечтать, потому что мне нужно было зарабатывать, мне нужно было решать какие-то вопросы. Но сейчас, благодаря нашему бизнесу, у меня есть такая возможность. Здесь, придя в LR, нас научили ставить цели, научили мечтать. Самое важное, что я здесь приобрела, это очень другой круг общения, который позволяет мне расти внутренне, да, и самое-самое важное – это моя команда. У меня самая шикарная команда вообще. Когда у тебя есть время, когда у тебя есть силы и когда у тебя есть доход, ты можешь делать то, что ты хочешь.
Партнерство с ЛР прежде всего мне дало хорошее мое самочувствие. Знаете, у меня изменился овал лица. Вот прошло 10 лет, и на своих правах, да, это вот удостоверение водительское, очень четко видно до и после ЛР за 10 лет. У меня в команде около 30 тысяч человек. То есть я могу смело сказать, что 30 тысяч семей стали жить лучше. 10 лет назад я представлял себе очень большую картинку, что вот мы здесь действительно с ЛР сможем создать что-то такое вот действительно масштабное, во что будет вовлечено много людей, это будет огромный бизнес. И вот эти вот 10 лет я вижу, как эта картинка постепенно реализуется. Мы в ЛР не останавливаемся на достигнутом и уверенно идем вперед. Что ждет нас в будущем еще через 10 лет? Мой амбициозный план, чтобы через 10 лет мы были компанией номер один в России. Мы растем. У нас есть смелые амбициозные цели. Мы хотим удваивать бизнес каждые 2 года. Сейчас мы двигаемся быстрее этой цели. Соответственно, сейчас, если смотреть на 3, 5, 10 лет вперед, мы видим годы роста. Мы точно понимаем, что наше основное ожидание – это растить бизнес, создавать все лучшие условия для наших партнеров, создавать все лучший сервис для наших партнеров, внедрять, запускать те инструменты, которые нужны партнеру для того, чтобы развивать бизнес, и которые нужны компании для того, чтобы быть операционно эффективным. Если сегодня нам кажется, что человек 100 лет – это долгожитель, я свято верю, что через 10 лет цифра 100 будет считаться совершенно нормальной, как сегодняшние 50. А цифра 120, 130, 150 уже будет вызывать уважение, но она будет реальностью. Это значит, что вокруг нас будет больше людей, которые живут дольше, которые хотят иметь поддержку для того, чтобы жить качественно. Если говорить про тренды, один тренд – это развитие социального предпринимательства, когда люди ищут возможности для гибкого управления возможностями своей жизни, гибким управлением дохода. Это то, что мы даем. С другой стороны, это тренд на заботу о своем здоровье, о своем самочувствии, о уровне энергии. И у нас тоже есть предложение для этого. И третье – это, конечно же, возможность вести бизнес отовсюду, диджитализация, возможность вести бизнес из дома, из офиса, в своем графике, со своим временем. У нас тоже есть для этого предложение. Каким бы ни было будущее, в нем всегда будет востребовано то, что предлагает ЛР. Больше качества для вашей жизни. Ведь наше будущее – это выбор, который мы делаем сегодня. Я думаю, что 10 лет – это 10 лет новых возможностей. Я так на это смотрю. Через 10 лет я хочу вице-президент или пятизвездочный президент. Я не знаю, но очень хочу дальше двигаться. Создать условия для развития большого бизнеса. Через 10 лет я вижу, как сотни людей в моей команде зарабатывают больше 100 тысяч рублей. Чтобы эти люди были счастливы, финансово свободны, богаты, да, и были счастливы вообще в целом. А я была чуть-чуть к этому причастна. Через 10 лет я буду с радостью продолжать сотрудничать с компанией ЛР. Я и мой супруг, мы будем где-то жить где-то на берегу моря. Рядом будут с нами наши 3 детишек и здоровые, счастливые родители рядом. Я хотел бы надеяться, что мы будем получать через 10 лет такую же радость, как и сейчас, от того процесса развития бизнеса, который мы каждый день осуществляем. Что бы ни ожидало нас впереди, неизменным остается одно. ЛР – это надежный партнер, с которым можно быть уверенным в завтрашнем дне. ЛР – это не просто компания, не просто бизнес, а ЛР – это образ жизни. Для меня это дело жизни. Это то, что гармонично вписалось в жизнь нашей семьи. То место, где я полностью реализуюсь и как мама, и как женщина, и как врач, и как предприниматель. Это радость и истинное счастье. Это стабильность. Это особое качество жизни. Свобода. ЛР для меня – это жизнь. Это творчество. ЛР для меня – это друзья. Новый этап в моей жизни. Это мое будущее. Бизнес, который можно строить с любовью. ЛР – это действительно огромный шанс, который выпадает в жизни, и его очень легко пропустить, и очень важно этого не сделать. Сейчас отличное время для того, чтобы начать строить бизнес с ЛР и действительно вот, полностью изменить свою жизнь. Это точно. А какие цели ставите вы на ближайшие 10 лет?
Начните создавать свое будущее уже сегодня вместе с LR Health and Beauty.